когда я в детстве ездила к бабушке с дедушкой, то дедушка без всяких приборов мог определить по облакам, какая будет погода на следующий день. Было очень интересно смотреть, когда вот эти кучевые беленькие такие облачка плывут по небу, потом они соединяются, разъединяются. Вот это вот воплотилось в мою работу. Метеоролог – это наблюдатель, который следит за климатом, за атмосферой. Он измеряет температуру воздуха, влажность, давление, ветер на высоте, ветер у земли, атмосферные явления. Это все кодируется, в телеграмму формируется и отсылается. Заносится у синоптиков на карту. Они это все рассматривают и прогнозируют. В любое время года я на своем посту и наблюдаю все явления. Когда идут ливни, мы должны смотреть интенсивность. Если идет град, то мы его собираем в стаканчик, мы должны измерить, какое количество, за какой промежуток времени все это выпало. Да, бывает иногда, что мы, конечно, очень устаем, но мы привыкли, любим свою профессию. По-другому мы не можем. Только так. Любимый прибор – гелиограф. Он фиксирует хорошую погоду. Вот здесь находится синенькая ленточка, и лучиком прожигает ленточку. И потом мы определяем, сколько часов была продолжительность солнечного сияния. Я уже работаю на нашей станции 40 лет. Я люблю свою профессию, потому что мы своими наблюдениями помогаем людям. Погода бывает у нас разная, но Петербург мне нравится и зимой, и летом, и весной, при любой погоде.